Вчера все прошло отлично. Первый день я как раз, ну, мы пришли на набережную, да, я там чуть-чуть подснял. Вы в серии прошлой это все видели. Ну и все, дальше вы знаете. Погуляли по набережной, купались и, в принципе, что, радовались отпуску. Сегодня второй день. Первый день, так сказать, такого полноценного для вас судака. Проведете день вместе с нами. Ну или со мной, потому что жена не желает сниматься. Буду показывать, может, там что-нибудь по морю или поплаваем, не знаю. Посмотрим, что и как. Может быть, какой-то город другой. Пойдем, полетим. Идей много, но как оно все будет получаться. Вчера солнца не было так такового. Сегодня вот с утра прям уже погода хорошая. Отпуск продолжается. Тут, кстати, можно заказать услугу. Стирка за 100 рублей, но мы никогда этим не пользовались. Столовая Хорика вчера работала до 10 часов вечера. Мы пошли там, заказали суши с доставкой. Нам их привезли, купили бутылочку шампанского и уже здесь на балконе сидели. Так сказать, отмечали свой первый день пребывания в Судаке. Мало кого пока по улицам видно, все еще спят. Это мы такие порядочные лягли в час ночи. А кто-то, может быть, до утра тут отдыхал, так сказать. Горы, горы. Красота, конечно. В горы сходить хочется. Куда-нибудь вот туда. Знаете, больше какой-то активности хочется. Вот всего-всего. Объять необъятное. Люстра тут, конечно, шикарная. И тут жара. Вот. Так. Ну, знаете, в очередной раз с вами поели в прекрасной столовой. Причем столовая, ресторан. Вроде как несовместимые вещи, но в Судаке такой есть. Называется Хорика. Вчера мы поели на 1000 рублей. Это у нас был обед. Сейчас был завтрак. На 600 рублей. Всего лишь... Что там получилось? Два блина. Компот. Сок. Два драника. Котлета. Да, в общем, салат. Мясное было. Ну, 600 рублей на двоих. Это вполне достойно. Ну и вот получается улица Мастеровой, очень удобно. Вот мы живем буквально 100 метров от данной столовой. Улица Мастеров 5, так что записывайте адрес. Я даже внизу оставлю номер телефона. Хозяйку зовут Гуля, это не реклама, это чисто так, по доброте душевной. Быть может, когда-нибудь вы здесь отдохнете. Тут, видите, совсем близко даже футбольное поле с этими, с воротами. Можно и футбол погонять. Ну, мы Солчак. Два или три раза я на него поднимался. Что-то в этом году желания не проявляю я. Знаете, с утра не то, что жарко, а прям сгораешь уже. Я даже успел ноги кремом помазать. Солнцезащитным, потому что у меня проблемные места, это щиколотки, они постоянно сгорают. Вчера тоже было жарко, но вчера не было солнца так такового, вчера много было туч, облаков, а сегодня небо чистое. Ну вот гранаты, в том году мы были в сентябре, они уже были такие спелые, сейчас видите, зеленые еще, только-только. Ну, инжир, так же самый инжир, еще зеленый. Не все его любят. Эти цикады именно облюбовали вот это вот дерево. Вот на него проходишь. Кричат. Истерички. Проходим вот такую небольшую речку. Видимо, какое-то же название у нее есть. Но
Это грязная такая грязная. И вот на протяжении всей дороги очень много сдается жилья. Вот, если объявление как бы висит, то можно понять, что еще есть свободные номера. А, то есть без проблем тут можно поселиться и отдыхать. Улица Южнобережная. Выходим на нее. Тут как бы вот именно с этой улицы начинается такое вот уже более-менее. Ну, то, что раннее утро. Что там у нас с утра на берегах моря? Кстати, встречаем номера и наши, с нашего края. Ну, много именно российских номеров с территории, большой территории России. Зашли в магазин купить воды. Крым, нам бы литровую крымскую. 60 рублей. А, ага. Запускаем. Ну, только выставили, наверное. Она не холодная совсем. 100 еще. Квартиры, которые еще в том году достраивались, как видите. Хотя вон подъемный кран еще стоит. Какие-то ведутся работы еще, видимо. Ну а так визуально фасадная часть уже готова полностью. Цены там, конечно, на квартиры, сами понимаете, большие. Вот эта машинка Хорика осуществляет трансфер, я так понимаю, по какой-то определенной части набережной. Возят бесплатно. Пока никого нет, никто не желает. Ну правильно, все думают за деньги, а там бесплатно. Вот это классно. Капец. Как это возможно? Я постоянно удивляюсь, как они катаются на этих штуках. Это у нас улица Славянская. Заканчивается. Нам надо зайти в маркет, купить водицы. Быть может, мороженого. А то как-то вчера мы так на листе гуляли. Ничего такого и не покупали. Пытаемся выбрать мороженое, которого нет у нас. Вот, чтобы попробовать местного какого-то вкусного. Белочка. Вчера, знаете, если мы так бегом-бегом, быстро-быстро, первый день, чисто хотелось вам показать движение на набережной, то сегодня мы так более подробно показываем жизнь судака курортного города Крыма на 2024 год. Ну, вроде как неплохо. Вчера к обеду было, мне кажется, на данном месте хотя бы на этом пятачке больше людей. Вот. Но я думаю, сейчас с утра все-таки больше людей старается именно быть на пляжу, загорать, пока солнце не такое. Ну, тут опять очередь. Это уже очередь на завтрак. Вчера очередь была на обед, сегодня на завтрак. Там можно коктейли купить. А. Мы, по крайней мере, в том году брали их там. Так, что у нас тут? Тут у нас... Шезлонги все заняты. Чик. Ага. Ну вот, вчера температура воздуха у нас была 35. Температура воды 20. Сейчас на 2 градуса выше. И воздух, и вода. Замечательно. Значит, море до сих пор прогревается. Люди купаются. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ну да, и где теперь сесть, прилечь? Вот это мы удивляемся, почему закрыты в этом году. Полностью заколочены. Каждый год они были открыты. Здесь уже вовсю торговали. В этом году почему-то так. Понятное дело. Ну, можем 2. 4 часа у нас сколько там? 400 рублей, да? 2 или 1? 1 или 2? Да давай 1. А, жена пошла, как всегда, первая плескаться в воду, как и вчера. Взяли шезлонги, в принципе, 400 рублей на 4 часа и 150 рублей на час. Сейчас и я пойду воду проверю на температуру.
Ну, людей немало. Утро, 10 часов. Да, неплохо, неплохо так мы отдыхаем. Сейчас за этими хочу за коктейлем сбегать, потому что ну, тут метров 200 пройти пешком. Жена пока там сторожит пляж, а я сбегаю. Главное, чтобы там все было, то, что мы хотим. Ривьера, я так понимаю, он только к вечеру открывается, сейчас закрыто. Ни разу здесь не были. Так, надо же для вас и немножко снять именно с воды. Температура воды, в принципе 22 градуса есть, никто никого не обманул. Сейчас мы ее камеру первый раз утопим в воде. Я, конечно, рискую, жена ругается, но а что делать? Надо же ее как-то протестировать. Я чехол сам снял, но не знаю, насколько. Вообще рекомендуется не глубже 10 метров с ней прыгать, а тут буквально меньше метра я ее погружу в воду. Ой, блин, самому страшно. Ну ладно. Может, не надо рисковать? У меня запасной там нет. Просто хочется для вас немножко снять людей, количество людей именно с моря. Ну вот как-то вот так. Сейчас, знаете, ближе к обеду, казалось бы, я думал, наоборот, к обеду люди расходятся с пляжа. А тут, получается, к обеду только сходятся. Людей стало еще больше, чем было. Ну, я думаю, вы сами все видите, я уже снимаю так. С воды не хочется вылазить, но надо. Не буду я ее все-таки топить камеру, не хочу. Потому что у меня потом без вариантов. Если она утонет, то потом что я буду делать? Приобрели кукурузу сначала по 100 рублей, ну и вот самос, пирожок самос, да, это вот фруктово-ягодная начинка, это шоколад-банан. Я взял один такой, ну такой пирожок 200 рублей, однако. В том году вроде такая же цена была. Так, в общем, пляжные приключения закончились, морские, да, начинаются столовые. А вот уже и Ривьера открылась. Сейчас хотим зайти в столовую и такого чего-нибудь поесть легкого. Типа какого-то супа, что ли. В общем, надо зайти и посмотреть, что там будет. Время у нас час. Печет. Печет очень сильно. Хотел без футболки идти, но... Нежелательно, да. А в аквапарке так шумно и весело. Людей там, конечно, нормально так. Ну, вход 2,5, извините, тоже. Пару столовых уже пропустили, очереди сейчас. Попробуем сюда, столовая еда. Ну да, я думаю, тут тоже очередь. То есть время такое как раз обеденное. Все пытаются в первые ряды. Но поесть надо. Сейчас поедим в номер на часа 2-3, а потом уже часов 5 выйдем обратно. Столовая на втором этаже. Ну да, тут по крайней мере.
крайней мере, хоть без очереди. Набрали рыбных вкусняшек. Креветка, барабулька, сушеная или вяленая. Лосось. Ну, что это за вяленая рыба? Где? Вот это, палочки. Горбуша. Горбуша, вяленая горбуша. В общем, осталось только пивка взять. В общем, искали мы столовую. Ой, везде очереди. Все-таки пришли в нашу хорику. Можете посмотреть цены. Цены такие, как везде. В столовых, но обслуживание на высшем уровне. О, что-то тяжко как-то подниматься. Да, друзья, я думаю, без кондиционера тут было бы вообще невыносимо при такой-то погоде. Вот сейчас вроде ветер дует за окном, но я его выключил, и полчаса тут такая духота была. Просто невыносимо. На часах у нас почти 6 часов вечера. Пришли в номер, немножко отдохнули, буквально 3 часа. Сейчас хотим сходить купить экскурсию на субботу. Называется «Ялта морем». То бишь там экскурсия идет у нас с 7:30 утра до 8 вечера. Мы морем едем в Ялту. В Ялте двухчасовая свободная прогулка, Гурзуф и Ласточное гнездо. В общем, все это вот целый день мы будем кататься. Поэтому это будет у нас отдельное видео в субботу. Ну, плюс сейчас идем мы на Типресовую аллею в кафе Хинкалыч. Хинкалыч такое название. Поедим немножко грузинской кухни. Ну, конечно же, будем все вам показывать. Ну что, мы с вами впервые в этом году выходим на вечернюю набережную. Так, знаете, вроде как только второй день, еще впереди 4 дня как минимум, а вот хочется за один день прям все снять. И вечер, и день, и утро. Ну, тем не менее, раз такое желание есть, то надо снимать, пока это желание не пропало. Движемся с вами по улице. Да я помню, что ли. Улица Гагарина вроде, если я не ошибаюсь. Я на карту гляну, улица Гагарина. Или улица Гагарина следующая. В общем, ладно. Мы в обед хотели в этой столовой поесть, но очередь была, мы ее пропустили. Сейчас вроде свободно, но есть не хотим. Ужин у нас будет в другом месте, на Типарисовой аллее. Сейчас, я думаю, там народа тоже, ого-го, сколько. Ну, вот это вот точно улица Гагарина. И опять снова это курортное движение, знаете. Кто-то возвращается уже в номера, кто-то только идет к морю, то ли купаться, то ли просто прогуливаться по набережной. Тут уже кто как хочет. Аквапарк уже закрыт. Уже тишина. Хотя еще в обед тут, конечно, было шумно. Автобус. Ага. Маршрут номер 1, который довозит нас до автостанции Судака с аквапарка, если я не ошибаюсь. Тут его разворот на кольце. Фу. 7 часов вечера, знаете. А душно, жарко, людно. Вот. Так вот там бы пройти бы так как-нибудь. Как-то вот так. Все пьют, едят. Мы пока идем насухо.
Знаете, замечаю, что много открывается новых каких-то ларьков, магазинов, новых столовых не вижу, но да, каких-то мелких магазинов достаточно много. Так, в первую очередь мы сейчас купим. Полюбуйтесь закатом солнца и подышите свежим морским воздухом. Время отправления парусной яхты «Фаворит» 19:00. Еще есть свободные места? Замечательно. Ну, в принципе, вот он самый. Ялта морем. К сожалению, мы не дети, мы взрослые, поэтому 2500 с нас. Парашюты сейчас не летают, потому что ветер. Уже который день, поэтому не летают. У меня-то есть желание чуть-чуть на парашюте, не знаю, насколько это реализуемо. Деревья, к сожалению, некоторые вот засохли. Что-то не нравится им. Уже который год высаживают новые, они все засыхают и засыхают. Людей на пляже очень-очень много. Даже, мне кажется, больше, чем было, когда мы купались. Тут, видите, пляжи тоже такие разные. Одни широкие, одни узкие. Тут, друзья, ничего удивительного, да, чем ближе к Теплицевой аллее, тем больше людей. Это у нас самый, наверное, широкий пляж в Судаке. Ну да, люди вон там, у нас погрузка на банан. Это уже 8. 7 часов, да? Ну, 7 часов. Пару минут до посадки на банан. Да, людей достаточно много. Так, знаете, смотреть свысока немножко, то ого-го. Прям. Ну, солнце, наверное, засвечивает. Солнце засвечивает, но тут ничего не поделаешь. Эту сторону хорошо видно утром, в обед, когда солнце у нас получается за спиной. Пивораки, соти-соти, все эти шаурма. И тут у нас каждый год ослик стоял. Где ослик? Ослика нет. Я за ней пошла, то я перенимаю. Ну и тут самый центр центральный. Площадь перед Теплицевой аллеей. Тут постоянно музыка играет, что днем, что вечером. И, кстати, здесь коктейли неплохие продают. И не такие уж дорогие. Там 350-400 рублей. Начало Теплицевой аллеи. Ну, тут сказать, безлюдно не бывает. Мне кажется, тут что утром, что вечером, что ночью. Ну, ночью мы ни разу не были здесь. 12. Ну да, 12 часов ночи были. Движение поменьше. Ну, естественно, что поменьше. Люди тоже устают.
всегда отдыхать. Ну, так смотрится Кипарисовая аллея на вечер, на сегодня, на... Какое у нас сегодня число, я уже забыл. 11. 11 июля 2024 год. Парк аттракционов уже работает. Не знаю, что там по ценам в этом году. Может, там какие-то новые аттракционы открылись. Надо будет зайти, посмотреть. Там просто хотя бы зайти, посмотреть. Прямо, дядя, классно проведем время. Какой веселый медведь. Огненный дракон. О, знакомые люди проходят. Ну вот он, старик Синкалыч. Ну вот сюда мы и шли, в принципе. Что у нас тут за кухня движения? Ну что, заходим? Заходим. Первый раз мы здесь. Ну, Синкали, мы за ними не пришли. Заказали с сыром, с мясом без зелени. Так что должно быть вкусно. Ну, бутылочку вина, естественно. Ну, а потом у нас будет еще и сладкое. С каким-нибудь вкусным напитком. Грузинская винишка. Белая полусладкая. Прекрасный вкус. Мне нравится. Баклажанчики уже принесли. Ну да. А это супер. Там, покомментируй что-нибудь. Вкусненько тебе? Угу. Ты с чем ешь? Острый, то, что ты заказала. С говядиной. Да, и тут зелень, кстати. Ну, она там нормальная. Очень вкусно. Вот. Остро. Остро. Все бы хорошо, если бы не было так жарко. На улице духота, мы, в принципе, уже готовы выходить. Жара. Это было сделано. Вы знаете, даже очередь образовывается. Люди стоят, ждут, чтобы столики освободились. Наелись, и теперь можно не спеша прогуливаться. Вроде бы как бы нормально, да? Не переели ничего, но перепили, наверное. Слишком много жидкости было выпито. Ну и снова оцениваем количество людей. Именно то время, когда здесь очень-очень много, многолюдно. Брелочки. Какие красивые брелочки. С знаками зодиака. Кружка с ложкой, ложка с кружкой. В конце Кипарисовой аллеи есть такой вот туристический уголок.
тут уж точно, если забрел сюда, то можно что-нибудь себе приобрести точно. Множество всего на разную цену. Коты по 100, по 200, по 300 рублей. Ну, симпатичные, да? А эти тебе по 100 не нравятся, смотри? Нет, вот я он. Хочу вот этого. Ну, ракушки — это у нас стандарт. Каждый год их полным-полно. Мне кажется, да, если сюда попадаешь, то ну, без подарка точно не останешься. Картины, красивейшие картины. На любой кошелек. Да, можно сравнить, что тут творится днем и что творится вечером. В принципе, каждый год одно и то же. Каждый год. Да, приходим. Ой-ой-ой-ой-ой. Международный чемпионат по стриптизу. Вот так-то. Вот, лошади без голов ходят, видите? Ну, в общем, да. Окунайтесь в эту атмосферу вместе с нами. Вечерний судак, ночной судак — это такое особое что-то. И к вечеру море успокоилось. Красивый вид. Прям очертания гор на 120%. Продолжаем с вами путешествовать по набережной города Судака в 2024 году. Не знаю, насколько там все видно. Камера в такое время суток уже немножко. Я даже сказал не немножко, а множко. Не очень снимает. Да. Идем, наблюдаем за жизнью, беззаботностью людей, которые приехали отдохнуть в свой отпуск или, быть может, в свой выходной. Ну, не знаю. Здравствуйте. Мы да. Пришли к вам. А вы что, ага. Хотели забрать? Ты что, думаешь, тебя запомнили? Нет, конечно. Это было в том... Это было в том году. Виртуозы. А у меня есть. Хорошо играли, поэтому 200 рублей для них не жалко. Вот идем мы, у нас такая идея сейчас возникла, прям идея всех идей — это пойти и покупаться в темное время суток. Да, это все мелочи, главное, чтобы вода была теплая, а на данный момент она в любом случае теплая, теплее, чем днем. Да, темнота. Ничего не видно, но зато очень хорошо слышно, что мы находимся прямо у кромки воды. Так, друзья, я, конечно, не любитель ночных купаний, но вот разочек за отпуск — это всегда можно. Так что жена пошла переодеваться, там где-то кабинка в темноте. Ну, я, в принципе, уже готов ворваться, так сказать, в это Черное море. Чувство выполненного долга. Везде побывали, все посмотрели и даже покупались в ночном море. Мы возвращаемся в номер. На часах у нас где-то примерно 10:30 вечера. Улица Гагарина,
снова перед вами. Тут сейчас так все будет тише, тише, тише. Тут, видите, в столь поздний час еще работает столовая еда. Это мы будем иметь в виду. И чем дальше от моря, тем мы все будем больше и больше погружаться в кромешную темноту. Тут еще ладно, тут еще светло. Судакский кузнечик. А ну сейчас мы попробуем его максимально близко показать. Вот природа поиздевалась. Друзья, в общем, вы не поверите. На часах у нас 15:00. Понятное дело, что следующего дня. Вот, а мы только вышли с номера. Я вот только первый раз сегодня взял камеру в руки. Вот так у нас сегодня получилось. Ну, у нас завтрак был в номере. Мы там пиццу доедали, в общем, суши доедали. Торт брали с кофейком. Ну, вообще такой у нас просто день. Не на море полдня провели, а в номере вот отдыхали, отсыпались, я не знаю. А сейчас вот вышли. Вышли и идем уже по знакомой дорожке, по знакомой улице. Вчера купили такую же воду, только со вкусом грейпфрута. Нам понравилась. Такая чуть сладкая. Сегодня с малиной. 70 рублей всего-то навсего. Да. Мы, в общем, с вами врываемся в море, в самое пекло. Все, знаете, каждый день, мне кажется, все жарче и жарче. Главное, чтобы море не остывало. Ну что, друзья, мы опять на этом же пляже, опять же на шезлонге. Не знаю, намного удобнее, знаете, 400 рублей заплатил и лежишь себе, а не на песке, на подстилке. Жена, как всегда, пошла первая купаться, а я жду людей на пирсе, он очень много. Сейчас так народ разошелся, потому что жарко очень, все ближе к обеду, ближе к вечеру придут. Получается вот такой вот стакан 350 рублей фруктовый. Кстати, очень вкусный. Мы в том году брали и в этом году тоже решили взять. Так, на часах у нас почти 7 часов вечера. У меня сегодня на 8 часов прямой эфир. Получится ли его провести? Это вопрос еще тот. Даже не знаю, откуда же я его буду проводить. С набережной или с какого-нибудь кафе. Главное, чтобы была связь. Остальное все мелочь. О, море теплое, погода хорошая. Выполняется очередной банан, который имеет форму совсем не банана, а какого-то дракона. Вон, таблетку катер тягает уже который раз. Мы еще на Дите пляж хотели сходить, он где-то вот в тех районах возле мыса Алчак. Посмотрим. Не сегодня, так завтра.
Нет, завтра уж точно никуда не получится. Завтра у нас путешествие в Ялту с морем. Ага, нам и сюда. Смотрите, банан практически полный. Такое время, знаете, пограничное, когда люди еще на пляже, но уже на набережную выходят. Заказали два коктейльчика. А-ля зомби и жара. А-ля зомби. Не знаю, первый раз беру. Сейчас будем пробовать. Тут, знаете, в этом году, наверное, коктейли подорожали все-таки, потому что если в том году мы брали там по 400 рублей, по 350, то тут такая цена, знаете, в 500 рублей уже. 400 миллилитров. Там 500, и самый дорогой был 650. То есть 650 рублей, ну, купить 400 миллилитров какого-то коктейля, такое, знаете, мы не такие богатые. Ну, мы это берем не так часто. Снова мы идем в закат. Не знаю, очки не взял, ничего не вижу напротив солнца. Сегодня это наша будет последняя или крайняя прогулка именно в этом видео по вечерней набережной. Ну, завтра будет новое видео с нашей поездкой в Ялту. Что-то с художниками в этом году тоже не ладится. Вчера один сидел, и сегодня один у нас художник рисует. Ох, какие ароматы-то шашлыка. Что сказать, максимальная курортная жизнь города Судака. Ну тут коктейли подешевле, да? Ну, 250, 350. И в руках опять коктейль, только уже чуть-чуть другой. Сейчас, наверное, меня хейтеры захейтят. Скажут, ах вы бездельники, тунеядцы, казенные деньги тратите. Ну, деньги, допустим, не казенные деньги, честно заработанные. Матеевки. Вот, ну то ладно. Снова мы с вами на Типарисовой аллее. Только-только на нее зашли. В принципе, на Типарисовой аллее и купили коктейли. У жены что? Жена, апироль. Руку протяни. Апироль. У жены апироль. Очень даже симпатичный цвет. Но у меня такой черноватый, как это там называется, название. Long Island. Ищем более-менее спокойное время, потому что... Да, спокойное время. Спокойное место ищем, потому что 8 часов надо как-то выйти к вам в прямой эфир. Я даже не знаю, как это у нас получится. Ну, нашли более-менее спокойное место. Хата рыбака называется. Кафешка на Типарисовой аллее. У нас такой аквариум симпатичный. Ну, а здесь мы симпатичные, немножко уставшие. Пока листаем меню. Ну, раз это у нас рыбное кафе, то мы будем выбирать блюдо именно с рыбой. Вот салаты тут. Цены, конечно, такие веселые, но... Что уж тут? В общем, вот так вот мы с вами проводим прямой эфир в кафе Хата рыбака.
В общем, вы все увидите, как это происходит. Вот, как я выгляжу в эфире, ну и вот сам чат. Ну и донат, который кто-то анонимно отправил. Спасибо огромное этому анониму. В общем, как-то так. Пока кушаем. Друзья, только что закончил прямой эфир, знаете. Ну, то, что он мне не понравился, я вообще ничего не скажу. Вообще не понравился мне прямой эфир. Не та обстановка совершенно. Вот. Все-таки для меня больше такая спокойная атмосфера, где мало звуков. Но это не то совсем. Ну, вы посмотрели немножко, я его сразу... данный прямой эфир сразу скрыл, поэтому больше его никто не увидит. Ну а мы продолжаем сидеть в хате рыбака, продолжаем не то что отмечать, ну может быть отмечать отпуск, что тоже очень хорошо. Вообще ее вот такой вот принести горный в сашетах. А можно в принципе взять вот такой вот по 250 в баночке тоже разный. Ну это для тех, кто любит подобный чай. 500 рублей, да. Чуть съела, вот так вот она упакована. По 500 рублей. Мед всякий тут, чем угодно. Ну тут, как видите, магниты это везде и всегда. На магниты вообще разные цены. 100, 280, 150. Шкатулки 150. Ночной клуб «Гурман». Эти полицейские. Опять чаи. Рахаты лукумы. В общем, ворвались в самый движ. Типа рисовая линия. Тут поток людей нескончаемый. Ну, в принципе, мы уже к этому привыкли, не знаю, как вы. Так, ну а возвращаемся мы откуда? Мы возвращаемся с кафе. Хата рыбака, где мы, в принципе, с вами только-только были. Поужинали. Ну такое, знаете, нам немножко не понравилось. Вот, мы его так поговорили и решили, что мы там больше не будем. То, что нам там салат немножко не понравился, ну, слава богу, что вроде как мы его не оплатили, потому что, ну, попросили прощения. Нам попался кальмар вонючий в салате. Понимаете, это вообще не очень хорошо. Вот. Ну и в принципе там обслуживание не очень. Ну, да, нам не понравилось. Почему? Мальчик Артем неплохой. Да, кухня, в общем, основа, что нам не понравилось, это кухня. Так что больше мы там не будем. Официант вроде нормальный. А вот кухня нам не понравилась. Крымский дворик. Тоже живая музыка. Фа-фа-фа. Как вообще можно наездить на самокатах? При таком-то движении. Почему не идем сюда? Почему сидим там? Почему? Действительно, почему? Почему не идут туда? Каждый зазывает как может. Ну это в принципе правильно. Основ детства, заказ 107 и 106.
Друзья, мы очень быстро все сделаем, качественно и вкусно. Так что обязательно забирайте свои заказики. Заказ 107-106. Еще раз напоминаю. Пицца, пиццерия. Вообще вот это вот всего, что здесь творится, людей очень много. Почему-то я больше люблю сюда, когда именно вот так вот. Вот мы были в сентябре, людей было мало, я как-то знаю, ну не очень. Я не знаю даже, с чем это связано, но вот так вот кажется, каждый друг друга каким-то заряжает своей энергией. Так интересно наблюдать со всех городов России, и, может быть, даже не только России, съехались в этот прекрасный город сюда. But we get things to do to make me dream of you. But we get things to do.